я тебе говорю, убери, да, камеру, да. Я не хочу убирать камеру, я здесь снимаю. Меня не надо снимать, иди, убери, да. Я честно говорю, я не хочу сейчас просто, знаешь, кого-то из вас сломать. Я серьезно, я вас попросил по-человечески камеру убрать. Вы стоите, снимаете меня, да. Напасть на Россию сверху. Поэтому они теперь пытаются ее разрушить изнутри. Понял? Система у них такая. У них изначально. Поэтому, я не изгрю, вот это лишнее тема. Базара нет, мне пацана жалко. Базара нет, он хотел бы им что-то высказать, да, в свою очередь, да, то есть, что ему не нравится. И ему бац, власть закрылась. Я согласен, правильно. Но опять же, здравомыслящий человек, он просто сидел бы. Чем мы занимаемся? А что вы нас бьете так? Я еще раз объясняю. Мы начинаем. Ты не видел всю систему. Ты не видел весь массовый беспорядок. Ты же не мог везде свои глаза увидеть. Понимаешь? А ты что видел, расскажи. Я тебе объясняю то, что, грубо говоря, вот как это все происходило. Мы сами, грубо говоря, спровоцировали. Все время провоцировали, пытались что-то высказать, доказать. Зачем люди идут на систему, да, грубо говоря, на бойцовую школу, которые обучены, которые приезжают, понимаешь, по себе. Зачем они просто головой не думают, провоцируют, и в итоге такие моменты случаются. Так что... У нас выйдет миллион, и что вы будете делать? Нет, братуха, миллионы не миллионы, дело не в этом, понимаешь? Я тебе скажу один момент, что против системы ты не пойдешь. Вот и все. А так я тебе, братуха, добра желаю, давай. Чисто, знаешь, добра желаю ему. Знаешь, я так сам такой человек. Давайте, салам алейкум. Как тебе прикосновение мое? От ручек. Могу я встать? Да, давай. Он говорит, что он сам стоял здесь в митинге. Во время пикета. Во время митинга. Стоял. А, я в новый. И он прям тебе сказал, что он ОМОН? Да, я говорю, сам ОМОН и сам стоял во время митинга. Что это говорит за пацан? За что его задержали? Вот во время митинга. А, и все, его понесло. Что зря вы здесь все стоите. Против системы у вас нет никаких методов. Что это все Америка. Она не может снаружи напасть, поэтому изнутри нас берет. А, он говорит тебе. Нет, да. Зря вы все это стоите. Не надо идти против системы.